песни фронтовые, времен войны в Афганистане и даже из популярных сериалов. Все они помогают маршировать в ногу. На районном конкурсе «Смотри, строй» песни свои правила. Конкурсантов оценивает компетентное жюри. Будет оценивать, конечно же, во-первых, строевую выправку, форму одежды, действия командира, прохождение с песней и выполнение строевых приемов. В жюри участница блокады Ленинграда, а ныне активная болельщица Олимпиады в Сочи Ефросинья Сумник. Заместитель председателя Совета народных депутатов Муромского района Евгений Бычинков. Здесь все по-взрослому. Каждая команда выкладывается по полной. Командир отряда Панфиловской школы Андрей Моисеев сам в следующий осенний призыв отправится в армию. Это выступление на смотре он называет генеральной репетицией. Хочется в армию сходить. Узнать, что там такое. А тем временем в затылок юношам уже дышат девушки. Александр Белова, бессменный командир отряда гвардейской школы, выработал командный голос, ее приказы неукоснительно исполняются. Мы тренировались где-то полтора месяца, не слишком часто, но все-таки упорно. Я уже, наверное, 5-й год где-то командир районного, у меня вот лучше всех получается. Всего в сегодняшнем «Смотре, строй» песни приняли участие около 100 юношей и девушек. Первым в скором времени предстоит примерить настоящую армейскую форму, учесть вторых, ждать парней из армии. Но в случае беды, будьте уверены, все встанут на защиту Родины. Ольга Килешина, Александр Сидоров, Новости 24, Муром.